Всем привет! Недавно в Яндексе прочитал про волшебную кнопку. В принципе, я знал об ней. Решил тоже снять ролик, показать. Может, кто не знает. В Ларгусе, в Логане. Ну, если такая панель есть, похожая. Мне кажется, у многих должна эта кнопка работать. Если кто не знает, вот сейчас покажу, как она действует и для чего. Вот такая кнопочка есть. Вот она. Сброс километража суточного. Ну, сейчас попробуем ее в действии. Для чего она служит у нас, посмотрим. Покажу ее. Сейчас поворачиваем ключ. Вернее, нажимаем на нее сначала. На кнопочку. И поворачиваем ключ. Нажимаем, поворачиваем и держимся. Сейчас должно заработать, стрелка должна подниматься. Тест пошел. Нажимаем второй раз. Загорается то, что все лампочки, все работают. И показывает, что здесь все горит. Следующий нажимаем. Показывает остаток литров в баке. То есть вот здесь вот не точно же это самое бывает, показывает, сколько литров там осталось. Ну, здесь у меня сейчас немножко андрит. Количество литров в баке. 3-4 литра. Следующий раз нажимаем. Показывает здесь ошибки. Тут можно, в принципе, нажать и подержать. Он сбрасывает ошибки. Ну, вот у меня ошибку сейчас показывает какую-то. Нажимаем еще раз. И возвращается в это же положение. Ну, то есть вот этот тест показывает. Можно выключить. Тест показывает, что все лампочки горят. Вот еще раз попробуем. Нажали, держите, поворачиваете, как загорится полностью. И все, ключ держим. Отпустили. Сейчас они пойдут вверх. Все, пошли. Еще раз нажимаем. То, что все горит, все диоды там, все это. Светодиоды горят. Дальше нажимаем. Литраж показывает точный. Ну и сбрасываем. Вот тут ошибки, в принципе, тут неправильно. У меня что-то ошибка какая-то. У меня АБС, в принципе, горит. Из-за этого подшипник поменял. Вот такая волшебная кнопка. В Ларгусах, Логанах. Ну, где панель такая, в принципе. Ну, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.